известно, что чудесно, что зреет колосок, что слон такой огромный, ой, а зайчик невысок, что петухи клюются, и что краснеет рог, что бабочки летают, 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 а я скачу вот так. С Новым годом, уважаемые телезрители! Если вы только что проснулись и включили телевизор, не удивляйтесь. Это один из тех новогодних сюрпризов или, если хотите, подарков, которые для вас приготовил Первый канал. Шоу «Новогодний период» отлично чувствует себя в 2009 году. Я надеюсь, что и вы тоже чувствуете себя хорошо. А наблюдать за новогодним периодом вместе с вами будет Владимир Гомельский. Гениальная идея. Но почему же в голову никому раньше не пришло соединить этих двух великолепных фигуристов в одну пару? Правда, у нас в парном катании, да и в танцах на льду всегда все было хорошо в отечественном спорте. И тем не менее, мы многое потеряли от того, что Слуцкая и Ягудин не выступали вместе. Ребята молодцы. Как новогодняя рождественская шутка, это просто замечательный танец, который сразу же всем нам поднял настроение. Спасибо вам, ребята, за то, что вы придумали такую миниатюру. И это уже пусть наша жюри, суровая и строгая, следит за тем, были здесь технические ошибки или нет. А мы просто наслаждались катанием двух великих мастеров.